Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня рецепт для любителей острой китайской кухни – курица гунбао. Для приготовления мне необходимо 500 граммов куриного мяса, у меня бедрышки без костей, 40 граммов арахиса, можно брать соленый, 50 граммов зеленого лука, острый перец. Любители острого могут взять 2-3. Сладкий перец, небольшая морковь, 5 столовых ложек соевого соуса, 3 столовых ложки винного, яблочного или рисового уксуса, 1 столовая ложка крахмала, 1 см свежего имбиря, 1-2 зубчика чеснока, 3 чайные ложки острого молотого перца, 2 столовые ложки сахара, чайная ложка кунжутного масла. На аутентичность блюда не претендую, показываю свой вариант. Вымойте мясо, обсушите и нарежьте кусочками величиной примерно 2 см. Добавьте пару столовых ложек соевого соуса от общего количества и 1 столовую ложку уксуса. Все перемешайте и оставьте мариноваться минимум на полчаса, максимум на 12. Если оставляете не больше, чем на 2 часа, можете в холодильник не убирать. Смешайте в одной посуде оставшийся соевый соус, уксус, сахар, кунжутное масло и крахмал. К крахмалу предварительно добавьте такое же количество воды, столовую ложку. Перемешайте и добавьте к остальным ингредиентам. Перед добавлением в блюдо соус нужно будет еще раз размешать, потому что крахмал осядет на дно. Нарежьте морковь тонкой соломкой. Также перец. Вы можете брать какой-то один. Это я взяла 2 разные половинки, чтобы выглядело более красиво. Нарежьте острый перец. Если хотите более острый вариант, косточки не выбирайте. Можете резать прямо поперек колечками. Если остроту хотите снизить, то семечки предварительно выберите. Остались имбирь и чеснок. Можно их измельчить, а можно нарезать довольно крупно и после обжарки просто выбросить. Я делаю по-разному, и так, и так. В данном случае я нарежу крупно. Хорошо разогрейте на сковороде 3-4 столовые ложки растительного масла. Сковороду используйте глубокую, в идеале вок. Обжарьте на разогретом масле чеснок и имбирь. Буквально 1 минуту. Дальше в это масло идет морковь. Тоже буквально минуту на сильном нагреве ее обжариваю. Обжаренную убираю. Сюда же перец. Также минуты отправляю к моркови. Теперь зеленый лук, его обжариваю полминуты. Отправляю к остальным овощам. Теперь мясо. Мясо я буду обжаривать 2 захода, чтобы оно не дало сок. Сразу его не мешайте, дайте ему пару минут пожариться с одной стороны. Кстати, это блюдо можно готовить не только с курицей, но и со свининой. Но в нашей семье больше любят курицу. А какое мясо предпочитаете вы? Напишите в комментариях, что вы готовите чаще – курицу или свинину. Готовое мясо снимайте и последним выложите арахис. Обжарьте его в течение пары минут. Если необходимо, добавьте немного масла. Уменьшите нагрев и верните все продукты обратно. Возьмите соус, еще раз его хорошо помешайте и выливайте в сковородку. Добавьте острый перец. Доведите соус до кипения и прогрейте все вместе 2-3 минуты.
На этом блюдо готово. Выключайте нагрев и сразу подавайте. Все острые ингредиенты в этом блюде регулируйте на свой вкус. Как я уже говорила, вместо одного острого перца вы можете взять 2-3. Все зависит от вашего мужества и любви к острому. Вот такая курица гунбао у меня получилась. И обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита. Благодарю вас за просмотр. Если видео вам понравилось, делитесь им с друзьями, ставьте лайки, комментируйте и следите за нами в социальных сетях. Желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. До новых встреч! Кухонные фишки!